что покажешь? Еще, да, страховых нет. И все ехали на зеленый, и все друг другу уступали. Да, да. Так пассажир вез, говорит, попал, говорит, товарищ, говорит, в аварию, говорит, разбил, говорит, кому-то машину на 120 тысяч. Новый заказ. Денег нет, естественно, через суд присудили, процент зарплаты. И там этот процент получается так, что он будет выплачивать в месяц по 1200 рублей. То есть 9 лет. А пострадавшему вот это вот не холодно? Да, а пострадавший пока получит всю эту сумму. Либо сам на кладбище уйдет в коробку, либо машины уже к тому времени не будет. Либо этих 100 тысяч... Они уже не те деньги. Да. Это что-то вот это больше. Ну и все равно бывает, что часами стоишь. Ну с 10 утра, сейчас час. Вот это второй заказ. Назад было намного лучше. Нет, мне кажется, должно быть сейчас лучше, блин. А? Должно быть сейчас лучше, это же такси мало. Ну как, ну и людей-то меньше. Половина. Людей, да, людей меньше. Одни на войне, другие попрятались.